Самый волнующий для участницы зрителей момент – Камила Прахова все еще не верит, что удостоена титула победительницы конкурса «Краса студенчества России». Когда они начали объявлять мое имя, просто фонтан слез полился из моих глаз, хотя я не очень сентиментальный и плаксивый человек, но это невероятно. Жительница Татарстана, студентка Казанского университета, обошла 20 конкурсантов, оставив за собой победное первое место. Чтобы выйти в финал, участницам пришлось не только написать орфографический диктант. Девушки демонстрировали творческие номера, сдавали экзамен на знание географических, исторических и культурных событий в жизни России. Не менее интересным испытанием стала самопрезентация. Она позволила участницам показать свой артистизм, особенности характера и темперамента. Все получилось на все 100%. Самое главное, получился очень эмоционально, драйвово, по-молодежному и, что немаловажно, очень патриотично. Все были на большом подъеме, были воодушевлены теми талантами, красотой, грацией, которые демонстрировали эти прекрасные девушки со всей нашей необъятной страны. Я, конечно же, не исключение. Это шоу прошло на одном дыхании, ни на секунду не хотелось отвлечься ни на телефон, ни на какие-то дела. Национальный конкурс «Краса студенчества России» стартовал в Самаре 1 марта. Заявки на участие подали 250 студенток из вузов и СУЗов нашей страны. После онлайн-собеседования отобрали 60 участниц из 51 региона. Но до финала смогли дойти только 20 девушек. В жюри конкурса вошли известные телеведущие, актеры, режиссеры, театральные педагоги и спортсмены. Организаторами проекта выступили правительство Самарской области и Российский союз молодежи. Это не только конкурс красоты, это в первую очередь конкурс талантов, конкурс даже знаний наших девчонок, студенток, которые учатся в вузах всей страны. Это действительно, можно сказать, что весна запускается в Самаре. Весна запускается в Самаре через этот конкурс, через то настроение, которое было в зале, и через те ощущения, которые мы вместе получили. Конкурс «Краса студенчества России» стал частью большого комплекса проектов, приуроченных к юбилейному фестивалю «Российская студенческая весна», который пройдет в Самаре в мае. Ольга Павлова, «События».